Доброе утро, мои любимые! И сегодня пятый урок трансерфинг реальности вместе с Юлией Хадарцевой. И сегодняшний урок называется «Зеркало мира». На самом деле мир вам отражает ровно то, что вы о нем думаете. Если вы видите в мире агрессию, то агрессия будет возвращаться к вам. Если вы видите в мире нищету, то нищета будет возвращаться к вам. Если вы видите в мире негатив, негатив будет обязательно возвращаться к вам. Поэтому вы должны четко понимать, что вы лишь смотритесь в свое зеркало. Если какой-то человек вам не нравится, то это вы и есть, и вы не принимаете какую-то часть себя. И сегодня мы с вами будем проходить в то, что мир прекрасен. Мы будем проходить в то, что ваше зеркало становится позитивным, ваше зеркало приносит вам только удовольствие и радость. Домашнее задание на сегодня. 8 человек в вашей жизни, которых вы сегодня встретите, увидев их, вы должны найти по 3 плюса для каждого человека. Увидев человека, вы мысленно представляете, почему он или она позитивный и положительный. Находите 3 плюса в человеке. Вот, я желаю вам удачи в выполнении этого задания. И начинайте осознанно менять свою картинку мира. Начинайте осознанно переходить в счастье и видеть в других людях позитив, любовь и радость. И тогда в вашем мире будет только позитив, любовь и радость.